Многомиллионные гранты, инновационные проекты и почетный статус. Сегодня в Техническом университете подвели итоги прошедшего года. В числе достижений вуз вошел в число 22 лучших опорных университетов страны. Эта победа не могла бы произойти без нашей кооперации с нашим бизнес-партнером Магнитогорским металлургическим комбинатом и городской администрацией. Поэтому это победа всех нас. Кроме того, на большой итоговой пресс-конференции руководство вуза отметило журналистов городских электронных и печатных средств массовой информации. Благодарственные письма вручили и нашим коллегам, руководителю территориального отделения ГТРК Южный Урал Магнитогорск Дмитрию Меркулову, корреспонденту Игорю Болонину и оператору Евгению Грудеву. Таким образом, университет решил поздравить представителей прессы с грядущим профессиональным праздником – Днем российской печати.